По результатам исследования крупного туристического портала, россияне выбирают Анапу и еще 4 кубанских курорта – Сочи, Геленджик, Ейск и Новороссийск – для отдыха с детьми. Рейтинг был составлен на основе данных поиска и бронирования отелей с 1 июля по 31 августа 2016 года. В среднем на отдых с детьми в России туристы отправляются на 13 дней и тратят около 3400 рублей в сутки на жилье.